мозг взрослого мужчины работает на 18%. Быстро поесть, а потом поспать. Женщина в этом смысле как-то поблагороднее. Чебуравка. А язык взрослого мужчины работает на 150% эффективнее. Мы самые крутые. Вопрос: о чем могут трепаться четверо друзей, добираясь из пункта А в пункт Б? А вот этот вопрос зачем? Не могу докопаться до правды. Правильный ответ: они говорят о женщинах. О, а этот ответ меня устроил. О женщинах. Твою мать. Хорошая версия. Многое объясняет. И еще раз о женщинах. Ну, как я выгляжу? Так, шо-ло-ло-ло. Шо-ло-ло-ло. Вы ее ноги видели? Это смешно и отвратительно. Всех нас опозорил. Пардоньте. Даже если они не говорят о женщинах, они все равно думают о них. Как-то все запуталось. О чем говорят мужчины? В субботу в 22:00 на РЕН-ТВ.